А что подумал, на тех местах, где были боссы в замке Ашина, появились новые. Типа там, где был один мини-босс, появился другой мини-босс. Хотя не на всех местах, на самом деле. Я просто подумал, что если там, где лунная башня, лунная пагода, или как ее, что-то, может быть, там тоже мини-босс появился новый. Я что-то не посмотрел прям как следует. Может быть, стоит туда зайти и посмотреть. Он же сюда смотрит, да? Блин, я не вижу на самом деле, куда он смотрит. А, нет, он смотрит. А, ну он смотрит сюда, да. Блин, там еще один ходит. А, ну вот, собственно, там вот это. Но она через обрыв. Это пагода. А там кто? Там еще один? А там еще один. Даже не один, я бы сказал, а несколько. А тут собаки. Понятно. Да, блядь. Что ж такое? Где мой напарник? Парник умер, по-моему, да?
С них вообще немало так опыта выпадает. Я могу пофармить тут. Иди сюда. Which side? Так, так, так. Можно на него наметиться, пожалуйста?
что двое, по-моему, нет. Какие вы молодцы, ребят. Еще один. Там трое. Ну и этот жив? В смысле? А, он типа полумертвый. Ну и чё? Чё будем делать-то? Как истинный шиноби. Обойдем врага и уничтожим. Так, я хотел проверить все-таки этот. Неплохо, копейщик, неплохо. Проверить лунную пагоду. Нет ли там все-таки босса, мини-босса? Ну иди проверь, чё. Чё ты? Вынуждаешь меня. Блин, под крышей стоит. Ради чего все это? Ну
Да, блядь. Чего? Мистер Смит, седьмой, короче, взяли. Так, по-быстрому сходим сюда, потому что мне хотелось проверить это. Потому что как-то странно, что вот эта локация единственная, где всем... Где всем вообще плевать, что там на замок как бы напали вообще-то. Резервуар так-то тоже был закрыт, а, этот идол резчика. Поэтому я так подумал, что есть вероятность, что на самом деле там тоже поджидает враг. Ну и нет. Здесь рабов нет. Серьезно? То есть здесь вообще мир и покой, да? И никому это. Никого тут не парит, что как бы на замок напали. Окей. Для меня это удивительно, конечно. Там тоже никого нет. Опа, а тут закрыто уже. А туда я спрыгивать тогда не хочу, потому что я тогда не вернусь. Было такое? Не замечал, что тут ворота были. Ладно. Значит, вот так вот. Одно дело я сделал, которое хотел. Даже два. Подняли один левел и... Ну, не один левел, а одно очко. И сгоняли туда. Блин, ну... Не то чтобы много.
Все кончилось так быстро. Да блин, какого хера? Да блин. Отойди от меня, блин, подальше. Да блин, ну какого? Да блин. Он просто атакует только этими, да. Да, прыжками во второй фазе. Если не ошибаюсь, во второй фазе он гораздо более агрессивный, атакует сплошными своими захватами. А тут очень тесно. Блин, зря я так резко начал на него. Вообще, на самом деле, в первой фазе, да, надо во второй, наверное, использовать эти, вот эти штуки, протезы, я имею в виду. Вместо первой. Я еще кое-что хотел, кстати, посмотреть. Там тоже стоит. А там что у них интересно? Я имею в виду, там тоже плохие эти. Плохие ребята пришли или же нет.
отсюда вообще уже никак не пройду, наверное. Наверное, незамеченно. Это все, что он сказал? В смысле? Какого хера? Знай свое место, блин. Кстати, знатный мах этих был. Я даже посмотрю на это. Самурай проигрывает пока что. Обезьяны выжили? Что-то я их не вижу здесь. Походу не выжили. Где там какой-то враг? Опа. Масанари, お前ほどの者が撃たれるとは、足並みは鬼が潜むようじゃのう。Грёбаный ниндзя. Блин, до него так далеко идти, капец.
Блин, все равно. Я думал, может, идол, когда он отойдет в сторонку, идол заработает, но нет. Идол не заработал. Блин. Ну, конечно, блин, надо было этот бой заканчивать раньше гораздо. Я пару раз упустил момент вообще. Когда мы еще... Мне еще огры убить, у меня будет уже 4 эти штуки. Бусинки. Когда вот тут я ему набил концентрацию и, блин, пропустил один удар нехороший. Из-за чего, собственно... Упустил. Победу на какое-то время. Ну ничего. Так. Блин, я тут не знаю, дойду я, наверное, дойду. Есть еще одно место, куда я хотел, на самом деле, проверить какое одно место. Оно, по-моему, там, кстати говоря. Там есть вода, можно посмотреть, что под водой. Хотя, может быть, тут сейчас какой-нибудь босс опять будет новый. Эти локации были, на удивление, пустыми. Поэтому вполне возможно, что тут сейчас враг
Это кто вообще? Это стрелок? Я хотел вот это посмотреть. Вау. Все-таки да. Тут есть проход. Куда, интересно? Ой, блин, нет, там еще я вижу его. Я вижу его. А что это за место? Это третий безголовый, точнее уже четвертый, по факту. Блин, и тут был бы тут этот идол, я бы хоть, блин, мог что-то сделать, ну капец. Я забыл про эту штуку. Где мой страх? Не, ну она неплохо её дамажит. Блин, 4 безголовых уже. Только под водой чувака я убил, потому что он вообще... Под водой это вообще другое дело. Да, до сюда бежать долго еще, блин, убивать его каждый раз. Ну не то чтобы очень долго, но все-таки через все это ущелье, через... Эти скалы пропрыгать надо сюда, блин. Вот отсюда. Нет, вот можно от того вот фонаря. Но не суть. Так. Значит, мне бы сейчас гиганта, на самом деле, завалить. Повысить концентрацию, и потом уже я мог бы идти сражаться с батей. Гиганта тоже побить не так-то просто. Потому что, блин, там так тесно, капец. Да
Давайте, ребята, вы без меня сделаете все это. Хорошо. Тут еще один. Сука. Нельзя. Закрыто? Нет, тут открыто, все нормально. Ну как? Специально. Да что ж такое-то? Ты что такой лютый-то? Ай, блин. Ай! Ты бы пошел вот с тем ниндзей так разобрался, блин. Соли недостаточно. Его бы сейчас незаметно околдовать и пойти к гиганту. Вот эта идея. Блин, опять отсюда начинать. Ну, кобру, я имею в виду гиганту, в смысле. Но он здоровый же. Можно сказать, гиганту. Что ты говоришь? Наемник сраный. Не стоят, они вижу. Я не вижу, как они просто стоят, как они смотрят друг на друга. В смысле, в какую сторону они смотрят, блин. У меня со зрением плохо или просто... Или чё? А, окей. Они оба стоят, смотрят на пруд. Да, хорошо. Пошли со мной быстрее.
Ты не пойдешь со мной, что ли? Иди быстрее со мной. Да... Что ты сделал? Тут слишком тесно. Капец, ну я просто не могу отойти в сторону. Да, блин. Столько. Это самый сложный мини-босс. На самом деле нет. Вот, блин, ну как вот от этого скрыться? Как? Ну как? Почему? Отходи, отходи от меня. Да, блядь. Каждый его удар это... Ну нету, блядь! Сука, пока он пьет вообще, ну... Просто бесит, что это так медленно происходит. А все, у меня уже нет, да? Ну, блядь, ну пипец. Последний удар ему оставался. Блин. Тут так тесно, во-первых. Во-вторых... Пока он, бля, попьет, ну это пипец. И он пока пьет, ну, эта анимация пока не пройдется рано. Он не может отпрыгнуть, блин. Так бесит. И он уже опускает руку, и я нажимаю в этот момент. Блин, каждый раз бежать отсюда. Я в этот момент нажимаю. Уже кружочек долблю, чтобы убежать от него. Но нет, нет. И у меня, ну... Не хватает. Сейчас еще раз хочу попробовать, я просто убил своего типа, блин, как идиот. Может быть, не стоит этого делать. А может быть, еще стоит вот...
отдохнуть из-за этого и... И дело на всякий случай. Хотя, блин, если я отдохну, тогда уже придется того. Не, давай все-таки отдохнем у этого дела. Потому что мне каждый раз бежать оттуда вообще не хочется. Сука. Да блин, ну какого? Стираем память вам. Блин, мне не хватает 5 слотов. Иногда. Что хочется и то поставить. И то и все. Да не мешайся. Блин, вообще такая бесполезная штука. Сраный осколок. Да, блядь, ну что за херня, ну... Я что-то вообще, у меня жопа начинает гореть, потому что это какая-то элементарщина, на которой я просто прокалываюсь. Почему я не могу нанести смертельный удар? Какие-то глупые такие вещи происходят, из-за чего меня прям реально выбешивает это все. Йо, ты готов? Ты готов? Иди сюда! Куда ты, блядь? Иди сюда, тип, вот тоже. Гениально, просто гениально. Да, просто капец, ну. Ты где? Ты где? Ой. Блин, капец, ну что это было, а? Он отвлекся на гребных карпов в пруду и не пошел за мной. Судя по всему. Да блин, ну капец, ну с такого расстояния невозможно это. Его не это. Его не пугает такой, да? Да ну капец, ну. На таких расстояниях это невозможно просто убежать. Да, ну давай побьем деревяшку. Ну вот, ну это просто, ну. Yeah.
Далеко я улетел. Не меня, бей его. Нет, нет, нет. Это просто жесть. Мне надо, блин, еще. Мне всего одной бусинки не хватает, чтобы улучшить концентрацию и ХП. Этот сраный огр. Прям все без изменений тоже. Воу. Тут все. Тут с изменениями тоже конкретно. А что тут делать, блин? Где хранить замок? Тут все поменялось. Вот этот тип не поменялся, как был, так и остался. Но я не удивлюсь, если, блин, там окажется, что в конце этой локации стоит какой-нибудь еще один мини-босс. Блин, даже не знаю, что мне делать с этим огром, он слишком жесткий. Так вот, надо было в прошлый раз. Иди сюда сразу. Иди сюда. Ты мне нужен здесь. Иди сюда, иди сюда. Йоу! Ты где? Блядь, ты бесполезный. Мне один раз повезло, что он это зашел, дошел до сюда, и я его случайно убил. Ах, ты там прятался, гад такой. Thank you.
Жесть. Убейте его, ребята. Блять, ну это просто, ну чуть-чуть пожадничало все. Да блять, ну что это было, ну с пинка умереть, ну. Ну и... Ну, бля, я это знал, ну, это пипец, ну... Как от этого... От этого невозможно увернуться. А, ёб твою мать! У него опять пол... Последний удар, ну, ёб! Ну дай мне воскреснуть! Ну капец, блин, вот зачем я пожадничал? Он же просто вот так вот ударил, задел меня. Я мог бы спокойно отпрыгнуть и еще нанести удар. А я пожадничал и умер. Да господи, а. Какая тупая фишка вот этот осколок сраный. Иди сюда. Что ты там? Блин, мне так повезло ведь сейчас в этом трае, что пришли эти типы и тоже начали с ним драться в какой-то момент. А теперь хрен такой получится. Погоди, мне, наверное, не Чимонджи нужен. А, хрен знает что. Наверное, вот это может быть. Да, блин, начало шикарное. Yeah.
захватил. Деритесь. Все, Да ё-моё, ну... Дай, блядь, вот опять. Не пей перед ним. Да, блин, ну капец, ну просто прыжок за прыжком, прыжок за прыжком. Что ты будешь делать? Пламя погасло. Да блин, ну капец. Он прыгает туда, я отпрыгиваю, он тоже отпрыгивает в сторону ко мне. Вот это вот странная механика, конечно, ну типа. Все, у меня последняя силка была. Ой, блин, сам прыгнул ему в руки. Вот опять, ну что это было, вы видели? Он прыгает, я его обхожу, и он вот так вот в воздухе меняет траекторию и бьет меня ногами. Вот это вот самое странное вообще, что может быть. Просто это вот так по кадрам посмотреть. Он прыгает вперед, но типа это не по законам физики. Он прыгает вперед в воздухе, находится уже. Я отхожу в сторону, и он просто в воздухе поворачивается в мою сторону и пинает меня пяткой. И точно так же со своим прыжком, вот этим вот так, объятиями. По тому же принципу. Это как-то нечестно, я бы сказал. Как минимум, нечестно. Максимум какое-то дерьмо, блин. Раздражающее. Потому что, блин, ну, типа, я же отпрыгнул, но... Но... Ладно, мне надо заканчивать уже, потому что у меня горит пукан. На самом деле не из-за этого, просто потому что уже время поджимает. Просто... Не знаю, может быть, завтра я попробую подраться с Филином. Без этой сраной бусинки. Потому что... Не знаю, хочется подраться с ним. А с этим огром сраным... Ну вот уже два раза я умер на нем прям вот за один удар до победы. Хотя по факту, на самом деле, если бы я сверху... Может быть, стоит сделать так. Если бы я сверху прыгал, то я бы мог первую жизнь снести ему в стелсе. Точно. Так что в следующий раз надо будет переместиться сюда и из комнат, ну, и спрыгнуть сверху. Он, я думаю, когда я буду на балке, он, скорее всего, вырвется. Надеюсь. Если нет, то мой план провален. И тогда я смогу снести ему первую жизнь из стелса и хотя бы сэкономить хилки на этом. В общем, попробуем так сделать. Вот, и надеюсь уже пойти потом подраться с Филином.
Мы сегодня, я немножко... Да, я сегодня убил мини-босса одного. Убил мини-босса. Ну, такого. Обычный, по сути, враг тоже. Только у него две жизни, но, по сути, первую мы сносим из стелса, поэтому так что обычный ниндзя получается. Немножко проверил еще места, которые хотел проверить. Поднял одну очку навыка. И, собственно, ну вот... так и пролетели эти час 15. Да, я отхватил от Огра много раз. Ну, бывает. Ну, вот я говорю, просто там очень тесно. Ну, слишком тесно. Если бы была там локация, вот... Ну, хотя бы вот такая вот по размерам. Я бы спокойно отпрыгивал от его сраных атак. И в этом вся сложность там. Что там тесно. Ладно. На этом на сегодня все. Всем пока. Пишите комментарии.